Сегодня, 14 апреля, около 16:30 на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей. Есть пострадавшие. На место аварии выехали сразу две бригады скорой помощи – автоцистерна пожарной службы и инспектор ГИБДД. По неутвержденным данным, виновником ДТП является водитель «Лады Калины», который, по словам других участников происшествия, не справился с управлением и выехал на соседнюю полосу попутного движения, где и произошли последующие столкновения с легковым автомобилем и троллейбусом. Занесло, врезался в меня. Личные полосы, все. Вы не пострадали? Нет, слава богу, подушки сработали. По вашей версии, я думаю, да, очевидно все здесь. По предварительным данным, водитель Калины получил травмы, а также женщина, которая находилась в троллейбусе, была госпитализирована с переломом руки. Женщина ударилась со сломанной рукой. На время устранения последствий ДТП на проспекте Ленина было остановлено движение троллейбусов. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет установлен виновник аварии.